Сегодня у нас в гостях Чермен Дзотов, основатель группы компаний Дзотов Партнерс, человек-бренд, как он любит называть себя сам, и лучший пиарщик в России. Привет! Мы будем готовить гуакамоле, это мексиканское блюдо. Я с 15 лет изучаю психологию мужчин и женщин. Сколько их было у тебя? Если по 2 месяца считать, то много. Да. Хорошо, что рядом со мной помидоры, и моя краснота не так видна. Дам один совет, просто когда утром просыпаетесь, скажите, что все мужчины прекрасны. И вы очень быстро встретите такого человека. Это с годами все мельчается у мужчин и женщин тоже. То с маленькой девушкой даже удобнее. И вообще людям всем нужно жить по радости, и не только женщинам, но и мужчинам тоже.